Наверняка 2020 через несколько лет мы будем вспоминать с иронией. Год, который поставил на паузу всю планету и изменил наши привычки. Зато за пару месяцев самоизоляции мы сделали для себя много интересных и приятных открытий. Конкретно нам претворить планы в жизнь помог Mitsubishi Outlander Black Edition. Эксклюзивная версия популярного японского внедорожника. Так, всего в паре часов езды от Москвы нашелся уголок настоящей Норвегии. В Рязанской области на берегу озера Старая Тишь. На фоне смешанного русского леса нашлись фантастические ярко-красные домики. К слову, Outlander Black Edition не первый опыт японской компании в создании эксклюзивных комплектаций. Ведь цель Mitsubishi – привлечь к автомобилям марки особое внимание молодой, активной аудитории, которая ценит яркие дизайнерские решения. Черный декор кузова – главная отличительная особенность этой спецверсии. А в салоне за уникальность отвечают новый дизайн дверных панелей и красная отстрочка кресел, дверей и органов управления. Кроме того, лимитированная серия имеет водоотталкивающую обивку сидений – полезное дополнение. Особенно, когда в машине ездят дети. Технические характеристики и интеллектуальная начинка автомобиля остались прежними, поэтому под капотом скрываются прекрасно зарекомендовавшие себя бензиновые двигатели, а под кузовом – знаменитая система полного привода. В салоне появились улучшенные кресла с доработанной боковой поддержкой. Плюс все Outlander 20-го модельного года оснащены мультимедийной системой с Яндекс.Авто и голосовым помощником Алиса, которому можно поручить важную роль штурмана. Тем более, что российская глубинка готова удивить множеством интересных объектов. В той же Рязанской области есть несколько зданий архитектора Федора Шехтеля, построенные им до начала московского периода творчества. А в Старожилове находятся знаменитые корпуса конезавода, где разводят русскую верховую породу лошадей. Но, как полагается по русской традиции, между этими объектами путешественников встречает разбитый асфальт. И доработанные амортизаторы подвески, которыми Outlander обзавелся во время текущего обновления, сделали все, чтобы поездка была максимально комфортной. Ну а за интересную программу уже отвечали мы сами.